Как думаешь, фрики что-нибудь помнят о себе? Дик, ты его нашел? Да, Рики, нашел. Как он? Скажешь? Дик, я очень волнуюсь. Где мой что не так? Ключ? Сестры Батлер. Вечно тут все теряется. Это точно. Тут полная жопа. Дик, ты его нашел? Да, Рики, нашел. Как он? Скажем так, завтра у него будет зверское похмелье. Похмелье. Приму к сведению. Я как раз хотела навестить его в 6 утра. Да, да, слава богу. Он заслужил. И я очень рада, что он живой. О, хороший выбор. Ладно. Эй, Дик, ты уж будь сейчас осторожен. Сейчас я открою ворота. Я был в классе, когда, понимаешь, я работал в колледже ЧМУ. Тут только и водятся, что убийцы, намады и бандиты. Уходим отсюда! Господи! Я тебя вижу, засранец! Ага, прикончи его! Что еще ты можешь рассказать, Рики? Раньше у их семьи было любимое место рыбалки. Они всегда ездили туда. Я отметила на карте. Ладно, начну оттуда. Отбой. Девушки рыбачили. О, черт, мародеры. Сюда. Господи.
сломала удочку об его голову. Молодец, Абигейл. Не сдалась без драки. Следы ведут по этой дороге. Сюда. Ну вот. Может, здесь? Нужно укрытие. А, черт побери. Бедная Абигейл. Зато одного прихватила с собой. Рики. Я нашел Абби. Слава богу, я уже... Нет, она мертва. Мне очень жаль. Проклятье. Я продолжу искать Габи. Если она здесь, я ее найду. Хорошо. Спасибо, Дик. Конец связи. Ага.
На что-то сгодится. Пригодится. Ну вот. Не бойся. Эй, я тебя не трону. Я от Рики. Они убили мою сестру. Убили.
убили Абигейл? Я знаю и сочувствую. Давай вернемся в лагерь. Давай, пошли со мной. Нет, нет! Я сама справлюсь. Я сама. Ладно, давай. Давай. Не так уж трудно. Смотри, там кто-то есть. Это же Дикон. Я вот все думаю про фриков. Они боль чувствуют? Или хоть что-нибудь? Черт, не знаю. Надеюсь, нет. Эй, Рики, я... У меня к тебе просьба. Ага, какая? Насчет руки Бухаря. Ты вот крюк сделала, и он классный. Но было бы очень круто, типа, вместо крюка, ну, не знаю, прикрепить нож. Ну, короче, клинок, понимаешь? Ого, но... погоди. Помоги. Спасибо. Ну, так... Ага, я извиняюсь. Ну, ты хочешь, чтобы я сделала протез с клинком? Для Бухаря? Ну да, вдруг понравится, почувствует себя, ну... Типа как боевой робот? Ну, не то чтобы прям как... Да ладно, я стебусь. Это крутая идея. Гляну, что у меня есть, и скажу тебе, что мне нужно. Идет? Идет. Супер. Пару недель назад мы с парнями сожгли гнездо. Ну, Сент-Джон, я открою. Гнездо фриков. Или как там? Оттуда вышли из папы. Рики, я ее нашел. Жива. Дикон, слава богу. Слушай, она не захотела идти со мной. Отправь навстречу кого-нибудь, кто ее знает. Она идет в лагерь. Ладно, хорошо. Отбой. Привет.
Можешь заехать? Привет. Опять мне работу подкинешь? Ладно, заскочу. Конец связи. Дикон Сент-Джон, слышишь? Да, Майк, слышу. Рики рассказала, как тебе удалось. Как ты спас Габи. И я. Я просто хотел сказать спасибо. Я эту девочку с колыбели... Или знаю. Конечно, Майк. Мне только жаль, что я не успел помочь Абигейл. Ты сделал все, что мог. Спасибо за это. До встречи, Ник. Я рад, что ты на нашей стороне. Отбой. Дик, есть для тебя кое-что. Привет, Майк. Слушаю. Рикки дала мне список, сказала, что для Бухаря. Просила связаться с тобой. А сама она где? Там у них с Эдди какие-то дела, я не спрашивал. В общем, нужна труба из оцинкованного металла. Такие на стройках бывают. Еще нож из углеродистой стали охотничий. Еще металлолом. Ты понимаешь, зачем ей это все? Ты сам сказал, лучше не спрашивать. Конец связи. Вчера такая так, жуть что была на сборе. Нужен нож, труба и металлолом. Два часа держали на самообработке. Труба. Да. Ну, какая причина? Попала не подойдет, не да? Нужна труба с какой-нибудь стройки. Стоп, секундочку. Я вроде видел недостроенный дом в Мэрион Фокс. Вот там надо поискать. Да, инъектор Неро. Рабочий хоть. Стероиды. Вот что это такое? Датчик отказал. То есть что? Начальство решило вас сбить... Чтобы вы не вернулись и всех не заразили? Боже. Ну как, ее кто-нибудь встретил? Да, Дик, все нормально. Она пережила шок, но такое тут бывало со многими. Мы все знаем, каково это – терять близких. Ну как, ее кто-нибудь встретил? Да, Дик, все нормально. Она пережила шок, но такое тут бывало со многими. Мы все знаем, каково это – терять близких. Да, это точно. Ладно, до встречи, Рики. Попозже сожгу оставшиеся гнезда. Где тут металлическая труба? Вот она. А, подойдет. Нож. Где мне искать нож? Так-так, я где-то видел магазин снаряги для охоты.
Вот он. Теперь надо только найти нож. Так, надо осмотреться. Есть. Нет-нет, это в той стороне. Ну, куда? Вот ты где. Завалил. Что тут у нас? Ладно. Отлично. Этого должно хватить. Ну вот, осталось отвезти всю эту хрень Рике. Кто-то идет. Эй, открывайте! Это Дик. Я вот все думаю про фриков. Они... Ой, чувствую. Привет. Привет. Я тебе принес все детали. Круто. Я что-нибудь придумаю, ты зайди потом. Рики. Спасибо. Ну, бухарь теперь наш. Слышишь? Протез готов. Я попросила Эдди прислать ко мне бухаря. Круто. Спасибо, Рики. Скоро буду. Конец связи. Это же Дикон. Эй, Дик, как жизнь? Я открою.
Тут только и водятся, что убийцы, намады и бандиты. Помоги! Эй, помоги! Помоги мне! Сейчас я тебя вытащу. В одиночку тебе не выжить. Я знаю один лагерь. Лагерь? Да, да. Где он? Покажи. Я пойду. Пойду. Иди к Lost Lake. Спроси Рики Патил. Она тебя впустит. О, черт. Я думал, мне конец. Понимаешь? Огромное. Огромное тебе спасибо. Скажи им Дикон. Дикон Сент-Джон. Смотри, чтобы тебя не заметили. Еще один регистратор. Что с вами случилось? Да, директор Нео. А что такое? Завтра нас отправляют за образцами к Dead Coyote. А черт, правда? Как я просмотрел? Это же не наш маршрут. Нет, не знаю, поговорите с командиром. Они там так решили. Это же не мой маршрут. Ну и не мой. Но ты-то ладно. Вас все время перебрасывают. А мне надо сделать конкретные остановки. Надо провести тесты в сжатые сроки. Да это ж Дикон. Веришь ли, я был копом. Вставляй прямо. Ладно. Вот сюда. Ладно, поняла. Сейчас закреплю, ага. А, так лучше. А, так? Эй, брат, глянь, что она сделала. Новая игрушка. Ну, придумал-то Дикон. Это реально круто, Бухарь. Эй, а я теперь прямо, ага. Прямо как мушкетер. Защищайся, сраный покоритель. Эй, ну вот этого, наверное, делать не стоило. Ну да. Ага. Работа накопилась. 100 лет тут просидел. Нету 100 лет, пара дней, не больше. Сейчас. Мне надоело бегать по твоим поручениям. Ты узнал или нет? Да, я узнал. Ну так выкладывай. У меня к тебе еще всего одна просьба. Ты что, не слышал, что я сказал? С меня хватит. Одна просьба. Потом встретимся с глазу на глаз, и я все покажу. Забудь. Сара Ирен. У нее было второе имя, так? Сара Ирен Уитакер. Так указано в ее личном деле. Одна просьба. Всего одна просьба. Координаты выслал. Конец связи.
Привет. Привет. Торопишься куда-то? Да. Помнишь, я говорил тебе про того гада из Нерва, про О'Брайена? Он что-то выяснил, но сперва у него, конечно же, еще всего одна просьба. Ну, удачи. Поехали со мной. Я? Да, но... Меня ж на огород послали. Выращивать странную траву всем на корм. Это подождет. Я потом тебя подброшу. Давно ты видел вертолет? Скажу, ты выкрутил мне руку. Хорошая шутка, я оценил. Куда мы едем? В сторону Милаква Лейк. Знаешь, где это? Да, это к северу от тоннеля Кэмп Роуд, рядом с Уолда Роуд. Зачем туда? Там должен приземлиться вертолет Нера. Что-то они там будут делать. О'Брайен просит выяснить, что им там понадобилось. Значит, О'Брайен, он теперь типа твой начальник? Приказы раздает? Нет, господи, Бухарь. Ты знаешь, зачем мы это делаем? Просто, по-моему, если он велит прыгнуть, ты спросишь только, откуда. Все совсем не так. Как твои дела-то? Неплохо. Бывало и хуже, знаешь. Грядки, болоти и все такое мне даже нравится. Прям как в детстве. Я на лето всегда ездил на дядину ферму на границе с Айдахо. Горбатился на грядках со свеклой. У него был маленький кроссовый мотоцикл. На нем я и научился. Ты смотри, скоро начну звать тебя фермером Биллом. Как доберемся, держись рядом. И главное, не показывайся на глаза. Им дай только повод пострелять. Ладно, ладно, я понял. Не шуметь, рта не раскрывать, на рожон не лезть. Спасибо, что взял меня с собой. Приятно снова гнать по дороге. Хоть и пассажирам. Ха, да. Так, держись рядом. Прикрою спину. Давно я этого не слышал. А? Вот зачистите он. Зачистите этот сектор. Господи. Не думал, что еще когда-нибудь его вижу. В смысле, в ней? Закончите, сообщите. Ладно, теперь смотри. Сначала выходят солдаты, делают обход сектора. Потом их вундеркинд, исследователь, ученый или кто он там. Выходит, осматривается. Для чего? Ну, какой-то научной хренью они тут занимаются. Мне-то откуда знать? Ну, ты же за ними следил. Так, жди здесь. Хорошо. Как дела? Чисто. Порядок. Что это у вас там, док? Тут никого. Серьезно? Ну, если хочешь знать, мы собираем образцы помета. То есть, говно? Да. Говно фриков? Да. То есть, нас послали хрен пойми куда, чтобы вы собрали говно фриков? Вот именно. Ладно, я так спросил. Заметка номер 2102. Анализ образцов помета из зон 2, 3 и 4Б выявил следы критонии пронзенно-листной. А это что? В обиходе шахтерский салат. Не перебивай меня. А также однотонных ягод можжевельника. А зачем нам это знать? Зачем нам это знать? Это означает, что фрики едят не только нас и друг друга. Они едят ягоды, растения, траву, хвою. Почти все то же, что олени. Они все ядные, как и мы. Но их желудки могут переварить намного больше видов клетчатки. Ну ладно, понял. И что с того? Это значит, что когда мы закончимся, они не умрут с голоду. Фрики с нами всерьез и надолго. Черт, это плохо. Да, плохо. Все, я закончу. Ладно. Ты иди назад к байку.
Ты слышал, что было по рации? Ну да, слышал. Наши налоги идут на собирание дерьма фриканов. Да, я и говорю, хер знает, что эти гады там мутят. У них наверняка должна быть где-то база. Не просёк, где они? Они всегда уходят на юг и скрываются за горами. По трассе ходу нет, так что не подберешься. От сволочи. Вот уж у кого явно совесть нечиста. Да. А куда мы вообще? Хороший вопрос. О'Брайен, прием! Ответь, О'Брайен! Слышу тебя. Ты закончил? Да, все готово. Где встречаемся? Я не ждал тебя так рано. Сейчас скину тебе координаты, но мне нужно время, чтобы туда добраться. Конец связи. Ну, зашибись. Он думает, я тут типа прохлаждаюсь. Ну чё, походу ты прав. Он тот еще косёк. Жди здесь, а то увидит, что я не один, может психануть. Ладно, пригляжу за байком. На уродов из Нера сегодня уже насмотрелся. Хорошо, я скоро буду. О'Брайен сказал, он должен мне кое-что сообщить. Он знал ее второе имя, Ирен. Неужели она жива? Но он-то выжил, так почему она не могла, а? Вот он. Ну? Блин, да что ж ты все подкрадываешься? Что узнал? Итак, я сейчас тебе все расскажу, но новости плохие. Я нашел человека, он покопался в файлах, которые мы... Они хранили, ну, пока еще что-то фиксировалось. Я понял, дальше. В общем, Сара Уитакер, твоя жена, поступила в полевой госпиталь в Солончаках Силвер Лейк. Там ее 6 часов оперировали, а потом... Значит, она выжила. Рана была не смертельная. Да, да. Судя по данным в архиве, она полностью восстановилась, и ее перевели в другой лагерь, на крайний случай. То есть она... Она может быть жива. Так значит, она сейчас может быть где-то... Нет. В каком смысле нет? Лагерь уничтожен. Все было уничтожено. Никто не выжил. Но ты выжил. И они выжили. Слушай, никто не смог бы спасти тот лагерь. Это трасса 97 была и остается артерией. Зараженные фрики ломанулись толпой из Лос-Анджелеса и пригородов, из Сакраменто. Их были тысячи, много тысяч. Мы ничего не могли сделать. Вы свалили, а кого вы взяли с собой? Персонал Неро, федералов, людей с правом доступа. Персонал Неро? Это типа солдат, что ли? Тех, которые должны были защищать гражданских? Ничего не сделать. Да, да, я хорошо знаю, что такое Орда. Мы ничего не могли сделать. Знаешь, что вы могли? Могли взять с собой кого-нибудь. Могли спасти хоть кого-то. Да у нас вообще не было времени, не было места. Да они и так все между собой передрались. Я все понял. Я очень тебе сочувствую. Да я, в общем, всем нам сочувствую. Но ты сам подумай. Если бы ты тогда не посадил ее в вертолет, она бы умерла в считанные часы. Ты все правильно сделал. А если бы ты остался рядом, ты бы просто погиб вместе с ней, да и все. Ты думаешь, я этого не знаю? О'Брайен. Спасибо тебе, что спас ее тогда.
Так тебе жаль? Да, О'Брайен, тебе жаль? А, черт, я только время тут теряю. Ну, здрасте. Бухарь! Бухарь! Ну, твою мать, где ж тебя носит, придурок? А, черт. Ладно. Бухарь, куда ты подевался? Ботинки. Это его следы. Это здесь. Это что такое? Что тут у нас? Так, сюда. Дик, ты слышишь? Это Рикки. Дикон Сент-Джон. Да, Рикки, я здесь. Что такое? Тебя тут искал Шиза. Он сказал, Бухарь не вышел на работу. Я волнуюсь. Все нормально. Он со мной. У нас тут дело. Передай Шиза. Мы будем через час. Хорошо. У меня почти все готово, чтобы заняться трансформатором. Уговор в силе? Да. Да. Ты тогда скажи, как соберешься. Горячая вода. Я тогда из душа просто не вылезу. Да, хорошо. Звучит здорово. Слушай, Рикки, мне пора. Конец связи. Дик, сюда! Бухарь, ну чё за хрень опять? Я думал, тут малый затарится, а гляжу, упокоители, прикинь, убивают собак. Тихо, тихо. Он не заражен. Он, черт, он обычный пес. Они по приколу убивают здоровых собак. Потерпи. Ты, Дик, нет, нельзя его так оставлять. Так нельзя, нет, нельзя. Ладно, ладно. Короче, давай, я сейчас. Правда? Ты можешь. Ну, дружок, тихо, тихо, не бойся. Сейчас ну, я... Господи, Дик. Вот, блядь. Ничего. Сейчас я тебя... Потерпи, дружок. Все. Готов? Ну да, брат. Я готов. Все нормально? Ну да. Вроде это последний. А, ты прям разочарован. Я просто ненавижу этих мразей, понимаешь? Да-да-да. Пойдем. Пора уматывать отсюда. Объясни мне, что это было. У тебя как будто, не знаю, как будто башню сорвало. Не знаю я. Наверное, я просто хотел им отплатить. Хотя, в расчете мы с ними никогда не будем, понимаешь? Если бы ты не сделал для меня эту штуку, ну, в смысле, руку, не знаю, что бы со мной было. Наверное, я бы... Ну, короче, сам понимаешь. Но ты привыкнешь? Да, куда деваться? Выбора-то ни у кого особо нет. Ну да, ладно, пошли.
Эй, вон твой байк. Как все прошло? О чем ты? Ты знаешь о чем? Тот хрен в скафандре, что он сказал? Да, неважно. Эй, выкладывай давай. Бухарь, ты вот сейчас зря это затеял. Дэна, думаешь, я тебе одной клешнёй не наваляю? Кали, что он сказал? Отвали. Что произошло с Сарой? А? Где твоя жена? Ах ты, сука! А? А? Полежи, братан. Хватит? Где твоя жена, Дик? Она умерла, Бухарь. Сара умерла? Да. Твоя Сара давно умерла. Ты не думаешь, что хватит о ней скорбеть? Боже. Я думаю, что у тебя зверский левый хук, козлина. О! Ну, правого-то нет. Вставай. Пора Господи. Мне назад в огород. Это лагерь вымрет с голоду. Ладно. Только левый хук. И при этом я тебе вломил 3 раза подряд. Блин, куда едем? В лагерь. Не-не, у меня сейчас смена. Подбросишь меня? Это к северу, от Кэмп Шермана. Ладно. Значит, той ночью она умерла. И ни ты, ни кто-либо другой не смог бы ничего сделать. Я должен был быть с ней. И чем бы это помогло? Ладно, все, хватит. Шиза, ты на связи? Лагерь Лост Лейк. Шиза? Да, да, что такое? На нас напали... Эй, где твой друг? Он не пришел на работу сегодня. Что творится? Да ты просто заткнись и послушай! Я повез его на работу, и на нас напали упокоители! О, Господи, где? Рядом с Кэмп Роук! Сообщи Железному Майку! Карлос идет сюда, и он не остановится! А о чем я ему толдычил? Месяцами! Да, я ему сообщу. Мы движемся в сторону Тумала. Через пару минут Бухарь будет на месте. Прекрасно. Он пропустил полсмены, так что придется отработать. Заткнись, Шиза! Слушай, Дик, Кэмп Роук, это ведь в противоположной стороне от Тумала. Выбрали дорогу покрасивее. Отбой! Урод. Козел да Шиза. Давайте, ребята. Ну, работаем. Энергичней. Кто не работает, тот не ест. Да, да, уже. Вот так. Эй. Надо собрать урожай, иначе... Спасибо тебе. Готвы не будет. Вот так.